Сереж, еще раз здорово. Расскажи, пожалуйста, как здесь залили квартиру, причина и почему это все было? Почему было? Потому что ребята работают на плывании. Сейчас даже расскажу, почему. Покажу. Стой, полностью затопилась, сюда пересекала. И мне кажется, что оригинал, то бишь не подделка. Ну, то есть здесь от застройщика рехау, да, оригинал, да? Да. Вот застройщик рехау, все как бы рехау. Угу. Вот почему нас залили. Из-за того, что ребята, когда демонтировали радиатор отопления, как бы сделали, вот это перекрывает кран. Угу. Ну, а как работают молдаване, они начали откручивать не эту американку, а вот эту. Да ну нафиг! Да, вот это произошло, я видал у них. И получается, вот два отверстия. Ну, я не знаю, часа два-три минуты. А, вот раз отверстие, вот два, вижу. Да, полчаса, короче, воды было вот здесь-то есть видео. И получается, я ошибся тогда, что снял видео, что там радиатор присоединили, потекло. Получается, эта вся вода, она пошла, здесь были трубопровод, трасса, дырка она осталась. И получается, эта вода пошла вся туда, и была как бы там вода. Ну, то есть ты ошибся из-за того, что лужи везде были, да, отопление отключено. Там была просто лужа, и как бы я, ну, ошибся, я посмотрел, а на самом деле это товарищи сверху затопили, вот из-за такой пустяковой фигни. Ну, не пустяковая. Ну, то есть, как бы такая вообще безграмотность, ну, вообще пипец. Как бы да. И вот такой фигня, ну, пришел сантехник, который здесь... Работает, говорит, ну что, они сняли радиатор, получается предъявление. А тут ты, ну, со слов его, 8 атмосфер. То бишь это, блин, там литров 100-150 в минуту валит. Ну не в минуту, конечно, ты наворачиваешь, но там нормально валит. Ну понятно, блин, с таким давлением тут зальют, конечно. Так, и еще, значит, в итоге сейчас, после этого ЧП, заказчик-то наша здесь договорилась с верхней, чтобы она сделала... Шумогидроизоляцию. Ну, совершенно верно, да. Ну, я не назвал это гидроизоляцией. Не, ну подожди, она будет держать воду-то, понимаешь, так-то уже не зальет. Смотри, вот есть такая фишка, Ваня, вот кусочек возьмем, вот, типа, как тебе сказать. Вот я звонил там Шаровому Серегу, он там, типа, проходил эти. Здесь есть курсы. Пленочка, да, пленочка. Угу. На вот этом сверху, тут вот тоже, это пленочка все, видно, это пленочка. Угу. На этих курсах они как бы говорят, что вот просто берешь, клеишь и все, не сдираешь ни пленочки, ни хрена. Оно хрен не клеится. Даже если сдираешь вот этот кусочек, вот он специально 5 сантиметров, и клеит, оно тоже хреново клеится. Надо сдирать и вот эту пленку. Но она есть те места, что она, ну, вообще просто не сдирается. Вообще не сдирается. Нет, тут надо нужную температуру фен подбирать. И что? И греть ее, чтобы эта пленочка быстро расплавилась. Она хрен расплавится. Она, ну, я не знаю, есть горелка, можно попробовать, на курсах, там, эксперимент сделать. У них получалось. Или у них, ну, там специально они. На. Ну, может быть, я просто брал, вот смотри, я стирал эту пленку, понял, одну пленку и другую, ну, это убираю. И тогда уже как бы... Ну, тогда вот, уже получается сплавить. Выходит, ну вот тогда выходит, да, тогда выходит эффект, и его хрен оторвешь. Ну как, подрывается, ну уже... Ну, механически не задумывался бы. Да. Да. То есть этот материал, соответственно, лежит под стяжкой. Вот да, так вот. Да. Так. Кстати, производитель это не акустик группы, это обычный Техно-Николь. 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 Группу у них заказывает, у Техно-Николь сам, вот этот гидроизоляционный материал. Вот кто делает эту подложку, не помню на память, другой производитель. Ты имеешь в виду то, что она состоит из двух частей, можно кусок взять? Они его склеивают. Ты возьми в руки кусок, чтобы было нагляднее. Они его склеивают и все. Это я с заказчиком встречался недавно. Я догадывался, что, ну, первое, я знаю, что в Acoustic Group материалы сами они не производят, они у разных производителей. Технические решения они делают. Да, они делают свое техническое решение. С заказчиком встречался, не помню уже адрес точно, он сказал, что знает, где все то же самое приобрести, но у нас процентов на 40 дешевле. Я говорю, ну если это такое же качественное, но нету марки Acoustic Group, нам это не влияет. А кто это заказчик у нас такой? Это Максимский, мне в субботу 70 квадратов встречался. А, где это? Старый фонд, да? Да. Ну вот, покажи, объясни это на пальце. И вот эта пленочка... Она... То есть материал состоит из двух... Отдельно на сайте у Acoustic Group можно купить вот такую подложку. Отдельно, да? Да, она идет как звукоизолятор.
Но какой нюанс? Если вы купите ее отдельно, вы должны ее защитить будете от влаги. Да, да. То есть укрывать пленкой — это довольно-таки проблема, ну, исполнителям этих работ. Заказчик особо разницы не почувствует. Но рабочие наверняка захотят денег побольше, а этих, ну, не более производитель. Делают для них. Все. Понятно. Техническое решение. Разница 40%. Окей. Нет, ну она недорогая, то есть нужно на этом-то экономить. Ну да, она недорогая, поэтому это рулоны отдельно доставлять там это разными этими, это будет геморрой. Больше времени потратишь. Ну да. Там какие-то, может быть, я не знаю. Понял.